День 7. Погода, снег. На улице минус 13. Опять холодно, ветер. Парни вот уезжают. 1500 вчетвером. Нагруженный без остановки. Огонь. Утрамбовочка. Едем на то же место. Безжерлиц за конями. 7-й день заканчивается печалькой. Вот они причины. При форсировании небольшого бродика льдина вошла он туда под защиту и перебила трубку радиатора. Антифриз вылился, и мы закипели. Это жопа. Вот она, льдинка. Результат 7-го дня. Андрюх, поставь на нейтралку, ты, он не сдвинет ее так. Не идет? Нет, да это фигня, она должна, мы бы ее сдвинули. Как мы сдвинули? Это жопа. Сейчас будем буксировать машину. Увлекательно. Ремонтировать только в Астрахани. Говорят, придется самим еще разбирать. И ПДУ спешат на помощь. Пробили радиатор. Ищем в Астрахани Терево. Что делать, непонятно. Наличия нету. Сейчас поедем искать достопримечательность местного заповедника. Не откусишь палец? Не, он вроде добрый. Заготовка матерого жереха. Ну да, жерех похож. Угу. Вкусный, наверное, да? Ну что, 7-й день. Товарищи уехали на поиски радиатора в Астрахань. Мы решили половить бель прямо в деревне. Делать нечего. Есть у нас офигенная прикормка. Мотылек. Будем пробовать. Давай, брат. Куда, дурак? Сейчас второй сожрет. Да, ну ничего, удобно вроде. Хреново тебе, да? Сейчас чуть пожрать я принесу. Какой же ты толстый, а? Ты решил потестить вот такого чертика. Интересная игра. Ну, результаты нулевые, но сам факт, как играет, интересно. И удочка другая, без ручки. Ну вот по мне с ручкой, конечно, гораздо удобнее. Но здесь каждому свое, как говорится. Все это происходит на самой речке с краешку. Рядом совсем лед. Ой, вода уже открытая. Но из результатов один ерш и один окунь мелкий. Оп. Хо. Здравствуй, окунишка. Вот он. Не смог сдержаться.
Иди сюда. Вот наш чертик спасен. А цепь хорошая вещь. Местным жителям воду можно набирать только из реки, только ведрами. Вот сейчас подошел дедушка, набрал себе два ведерка, понес домой. С водой перебои вообще катастрофические. Она вроде бы как есть с 9 до 6, но на самом деле ее практически нет. Здорово, парни! Прикольно у вас штуковина. Прикольная штуковина, говорю. Какая? Ну вот на которой он ездит. Это чунки. Сами придумали или у вас так на них ездят? Это обычные чунки. Да мы не, я не местный, не знаю, что это такое. Ты так берешь палки и погнал, да? Да. И взрослые на них ездят. На! Что, я сломался, пойду домой. Хочешь, попробуйте? Не, спасибо, я убьюсь на ней, я думаю. Ну не убьете, там скользко. Да как скоро она меня не выдержит? Выдержит, случайно, любого человека выдержит. Да ладно, взрослый ездит на ней тоже? Дядь Ваня, мой дядя, вышел, может поместиться. Гоняет на ней? Олег, дай попробовать. Дай попробовать, интересно. Да, и далеко на них можно уехать? Далеко. Далеко? Там Мишан Сазан живет, он на них летает на ушки. Ну-ка, а как? Колени... Что тут за конструкция-то? А, это понятно. Колени сюда, да? Так, палки. Фу. Дротики. Дротики это называется? А вот эти чунки сами. Ах, сейчас я убьюсь точно на этих чунках. А почему они у меня падают? Подожди, все, не должно было. Дай-ка я вам скажу. Сейчас, подожди, ну что я делаю неправильно-то? Вроде все правильно. Так ноги? Нет, стой, дай. А что они палку так? Палку разверни. Ой, да. Не. Вот так, палку? Да, да, да. Вот так? Нет, руку поверни. Вот так? Вот так, да, чтоб носики у тебя вперед были. Да носики-то это понятно, почему они не... Дротики сильнее, вот, сильнее, вот. А тормозить-то как? А? Слушай, ну нормально. Поняйтесь и вот так тормозить. Слушай, да, на них если разгонишься, круто будет. Дай-ка я вам покажу, как надо. Давай. Как называется? Чумки? Чумки. Коньки просто. Коньки туда прибиты, лезвие, все, да? Да на все подряд. У нас и червяки, и опарыши, и мотыли, и без мотыля. А? Да ладно, ты не знаешь, что такое мотыль? У нас только рыбачат на червяках. Не-не-не, это не то. Мотыль это красный маленький червячок. Из него потом вылупляется комар. Нет, опарыш белый. А мотыль это красный, тоненький, маленький. Такой вот, вот длины, к примеру. Я вон выложил. Да у нас другие названия. У нас опарыш тут есть. Ну, понятно. Говорю, вроде светло, говорю, а с фонариком ходит. Ну да. Че ты говоришь? Здорово. На рыбалку же? Вон угол, видишь? В ночное время? Какое ночное? Все, пришел. А здесь что надо ходить? Здесь у вас в куре что? Ганджибас? Да похрен что. Не, сигареты есть. А еще одну не дадите? Давай, еще одну дам. А вы что, отдыхаете? Да, у нас просто ленит закрыт в магазине, он же. Понятно, все. Ну ладно, давай. Вот он больной. Леш, тут такое палка какая-то надавительная. Длинная. Ремонт японской техники идет активно. Без вот этой штуки вообще ничего не получится. Смотрите, сразу видишь. Я с другой стороны сейчас пойду. Тут пока вот мы вот это вот не снимем, хуйню замороженную. Вот это. Фена нет, короче, парень. Забил ты туда эту штуку. Я ее хочу расколоть и двинуть. Логика. Вот, на все уже. Краткая экскурсия по базе Фора Фиш. Стол для разделки. Туалет, душ. Качельки. Генератор.
Это банька. Банька стоит 1200 час. У нас домик. Два домик, три домик. Есть дом. Плавучий дом. Парафиш. И вид спереди. Симпатично, аккуратненько. Ой, красавчики. Вот этот второй вообще. Сколько тут весит большой-то? О, Саня, красавец. А ты это не вешал вот этого? Вот это. А, вот это, кило, да. Кило 200, да? Кило 200. А как в дырку его вытащил? 130 или 150? Вылез? Да? Да, там красивый ок. Кило 200. Да. Там все должно быть.